Всем привет, друзья! Вы на канале Morgan Games. Мы продолжаем с вами Dying Light. Игра нас переместила снова к нашему, вот видите, убежищу. Мы тут давно уже не были. Я за кадром с него быстренько выбежал. Просто тут как бы система работает так, что как только ты... Нифига себе, можно даже с телефона деньги увести. Ха! Я забыл. Я все позабывал, короче. Тут система работает так. Когда ты выходишь с игры, игра тебя перекидывает в убегу. В самое ближайшее безопасное место. Блять, а чего вас так-то много? Не понял вообще. Ни... Бляха. Да ну нахер. Я, короче, сейчас... А, я вообще не в ту сторону иду. Я не в ту сторону иду. Я взял побочное задание. Побочное задание, которое находится ближе всего к убежищу. Я вроде как хотел другое что-то взять. Но поскольку меня игра выкинула здесь, я решил таки пойти сюда. У нас задание звучит так, вот. А может, я его и хотел брать. Я не... Да, походу, я его и хотел брать, потому что оно находится там, где я помню, что я тыкал туда, эту южную часть карты и что-то там хотел. Найти сумку Феллона нужно. Я встретился с Нилом Феллоном, известным журналистом, который документировал события в Харане. Но он потерял все свои записи. Сумка с записками осталась в интернет-кафе, а фотокамера где-то проебалась в черной машине. У него очень хорошая репутация, мне бы хотелось ему помочь. Так, ладно, черная машина и кафе. Давайте искать. Так, а что у нас там за красные стрелки на мини-карте? Там, скорее всего, наверное, выжившие. И они враждебно настроены, мне кажется. Давай, ладно, давай, короче, сейчас припрыгнем сюда. Что там происходит? Ты охуел, нет! А кого они тут пытались выманить? Ух ты! Ты чё, бля, он встал, ты прикинь? Какая живучая скотина. Пока голову не отсечешь, блин, так он будет вставать, мне кажется. Обыскивай, где тут обыскивать? А кого он пытался убить здесь? Эй, алло! Есть кто? Нет, нет, нет! Боже, так ты не мутант! Я думал, у меня сердце от страха выскочит. Спасибо, что помог. Вот, держи, может пригодится. 103 бача. Обобрал нормально негра какого-то. Хорошо, я рад, спасибо за бабки. Мне, возможно, это пригодится. Так, давайте теперь думать. Ближайшее вот место вот сюда надо идти. Где-то кафешка там. 65 метров. Ух, нихера себе, что-то залез слишком высоко. Надо как-то разобраться, как нам безопасно спрыгнуть вниз. Верно, лучше вот так. Тут, кстати, можно побомжевать. Фу, блин, мухи летают какие-то. Я бечевки собираю. Ссаные бечевки, которые, в принципе, погоду мне не сделают. Но тут все хорошо, потому что хорошо. Потому что... А если я тут искру лупану, оно взорвется? Я проверять лучше не буду. Ой, блядь! Фу, ты чё? Ты чё, ты чё, ты чё? Фу, сука. Как напугал, ты слышь? Мне кажется, тут еще есть. Нет? Ну тебя нахер так пугать, чувак. Ты, бляха, подкрадывайся. Ты сзади так больше не подкрадывайся, мужик. Ты так больше не делай. Я тут пересерехал. Не знаю, как вы, но я пересрал реально. Во, пацаны, а чё вас так там много? Я не понял. Так, давай, наверное... Они пытаются меня все достать. Давай, наверное, лучше вот сюда идти. И быстренько от них убежим. Это взрывать я не хочу, потому что привлеку внимание нежелательное. Понабегают бегуны эти мелкие. Это будет совсем лажа. Так, спокойно. Идем, наверное, вот... вот. Раздерусь, наверное, перепрыгну и расшибусь, нет? Блять. Да вот куда ты постоянно спрыгиваешь назад? Вперед давай. Давай на бордюрчику так. Оп. Челюстиной, блять, в бордюр вписался. Красава вообще просто. Феллон, это я уже рядом с кафе. И что-то такое, что я начал обратить внимание. Не бери там латы, у них всегда молоко подгорает. Ладно, не буду брать. Тут латы уже, мне кажется, с гнильцой немножко. Тут можно активировать световую ловушку, только, мне кажется, ловушка работает только, когда ночь, нет? Или днем тоже работает? По крайней мере, вот этот чувак стоит, он, походу, попался в нее, да? Мне так подсказывает.
Так, давайте надо разобраться с препятствиями на нашем пути, потому что... Блин, ну ты чё? Ты чё нахер? Чё, блядь? А чё это за мелочь такая, слышь? Поаккуратней будь. Твою-то мать, они меня зажали. Ты понял? Они меня, сука, зажали. А чё это такой мелкий вот этот борзый, слышь? Охуеть просто. Как мне полечиться? Спокуха, ребята! А ну давай захват. Как захват делать? Пау! Сука, вот что означает. Давно в игру не играл. Тут сложно, на самом деле. Сложно тут выживать. И куда меня выкинули вообще? Опять безопасное какое-то убежище. Мать его, ёб. А, еще тут, походу, негр этот заправляет, нет? Ладно, неважно, давайте отсюда выбираться. Как отсюда выбраться так, чтобы... Чтобы безопасно прям было. Вот тут, походу, выход. Да, вот тут негрила сидит. Вон, видишь? Спайк. Полицейская дубинка у него есть. Батарейки. Аптечка, изолента. А, это он нам типа так дает? То есть даже покупать это не нужно. Это он просто иногда нам выдает. То есть можно к нему как бы приходить, и он, так сказать, от сердца и почек отсыпает нам цветочек. Так, ладно. А, хорошо, идем дальше. А вот эта херня, мне кажется, ее уже нельзя починить. Уже видишь, там молоточков ноль. Мы ее уже всю используем до конца. И можно будет от нее избавляться. Как ее выкинуть? Как бросить, блядь? Не, бита это, конечно, хорошо, но давай сначала, наверное, избавимся от мачете, потому что она будет только все перевешивать. Давайте подумаем, как нам ее уничтожить как-нибудь. Подожди, где у нас? Нож-крюк, простой короткий нож, молот, составная бита. Нож-крюк, вот это, походу, все. Это уже прочность единичка, видишь, урон не наносится нормально, ремонта уже не подлежит. И с него можно что-то делать. Починить, выбрать, улучшить, разобрать. Z. На металлическую деталь. В принципе, да, это я и хотел. А, поставить, давай что-нибудь сюда поставим. Электропроводящая жидкость, сюрикены, простой молот. Садовый серп, в принципе, можно поставить, почему бы и нет. А, давай выбрать. И как бы сюда его, да, вот так. Все, пока отлично. Пока вроде как помню, что нужно делать. Как оружие выставляется. Так, пошли. Воу. Мягкое приземление. Это нам еще повезло. Что там были эти мусорные мешки. А как он подъезжает, слышь? Он подъезжает вообще, нет? Кто может Ctrl нажимать? Типа вот так вот. О, он подъезжает, таки хорош. А как он еще с выпрыжки бьет? По-моему, он бил как-то ногами с выпрыжки. Только это надо бежать вот так раз. И, блядь, я не помню, что надо делать. А, все, я понял. Ха-ха. Подпрыгиваешь и, короче, нажимаешь удар ноги. И он тогда, естественно, с выпрыжки будет хуярить. Так, смотри, походу никого нет. Они, видимо, убежали все. А раньше ж были. Так, лучшие диджеи, которые тут уже не выступают. Скорее всего, диджеи уже мертвые, играют death metal. Ёб твою мать. Громила. Вот с ним я не хочу связываться здесь. Половица. Да нахуй она надо, это половица, честно говоря. Только разве что на продажу на какую-нибудь пойдет. И то за нее много не выручишь особо. А куда громила идет? Он идет вообще, нет? Он там стоит, пускай стоит дальше. Я с ним реально сражаться не хочу сейчас. Как-то так с первого раза, прикинь, вообще просто легко. Легкотня. А, это же этот, который взрывной. Хорошо, что дверь стоял. Сука, а сейчас понабегают. На взрыв-то понабегают. Закрывайся.
А может кто-то чем-нибудь задвинуть дверь, блядь? А ну сядь, сядь, сядь и сиди. Ищут нас, ищут, суки, ищут. Это бегуны, и он третий бежит. А дверь это они, видимо, открывать не умеют. Я так понимаю, да? Сука. А есть другой выход как-то из этого дома? Я теперь тут застрял, они меня зажали, понимаешь? Я не знаю, как отсюда выбраться. Ты просто посмотри на это. Не, ребят, я с ними не совладаю так просто. Надо дождаться, пока они отсюда съебут. И потом мы с вами пойдем дальше. Шума просто не подаем. Просто очень аккуратно искать. А, так, сумка Феллона находится где-то здесь. Сумка Феллона, где же ты? Что-то вот тут есть. Записи какие-то. Она? Я забрал сумку, теперь где камера? Боже, ты просто волшебник. Камера в багажнике черной машины на позорном мосту. Это далеко? Это не то, что мне хотелось услышать. Записка. Коллекция инвентаря. Нажмите F. А что я такое взял, слышь? Инвентарь. Вот мой инвентарь. А где коллекции? А, коллекции вот. F нажать. Какая новая записка? Я ж, блядь, не помню уже. Бента, я все понимаю. Я помню, как ты говорил, что лекарства действуют не всегда. Но когда мы начинали бизнес, пустышкой оказывалась где-то одна из пяти таблеток, а остальные действовали как надо. Потом пустышкой стала каждая третья таблетка, потом уже половина не работала. Я не совсем понимаю, что значит эффект плацебо, но он явно не действует на большинство моих покупателей. Буду очень тебе благодарен, если ты сможешь усилить этот самый плацебо в своих лекарствах. Но круто, что ты теперь можешь производить антизин собственной отдельной уборной. Я уверен, что контроль за качеством станет лучше. Я рад, что мы вместе работаем. Мы сделаем хорошие деньги, а заодно и поможем людям. Юсуф. А, это Бента, мы его убивали, по-моему, еще когда-то давно только играли в эту игру. Нам там жаловались, что типа какой-то чувак антизин производит, и на него подсаживают люди, потому что он некачественный, и они становятся типа наркоманами. Короче, я не знаю, это ли записка, ее мы нашли, или я не знаю, как чью мы записку нашли, или пятую нашли, или восьмую, или десятую. Надо как-то подсвечивать, что ли. Хотя, если мы сюда вот зашли в эти коллекции и сразу стали на первую типа записку... А, так и тут так само, видишь? Я думал... Ладно, короче, неважно. Просто надо как-то звездочкой подсвечивать, блядь, что не у тебя непрочитанная записка. Почему они это не предусмотрели? Я теперь не знаю. Может, я этого Бенту уже читал раньше. Или оно было подсвечено, когда мы наводили курсор на записку, и подсвечилась, типа, цифра, нет? Какая она там по счету? Я что-то как-то это провтыкал, этот момент. Так, ладно. Неважно, короче. Тут, походу, все, да? Смотри, там кого-то разделывает чувак. Тоже, походу, быстрый. Тут в этой территории быстрые шастают. Сучонок, смотри, нас, походу, сейчас увидят. Шел ты нахуй. Ёпта! Давай, 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 тут надо бежать. Потому что за нами, походу, хвост нехилый. Блять, ты какого ты... Ты не вовремя устал. А где позорный мост? Вали от меня, сука. Лысая шлюха. Успею взломать, нет? Делайте ваши ставки. Как отсюда выйти? Она упала, да? Упала, сука. О, смотри, как красиво было сейчас. Блин, бегун догнал. А бегуны же они, блядь, они ж не такие уже тяжелые. Скотина. Отдышись, 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 отдышись. О, бля. О, бля. Там два, блин. Хорош. Убил. Осталось этого убить. Где он, блин? Она, точнее. Ногой ее. На. По спине. По башке. О, по мозгам получила. Нехер за мной бегать. Фух, я бегунов разделал. Только надо починить свою биту, потому что... Ей скоро пизда начнется. Не себя починить! У меня... Блять. Я не то нажал.
R. Пока хорош. Жить можно. Так, хорошо, давайте тогда взламывать. Закончим наш взлом этого сундука. Посмотрим, что тут оставили до нас. Красавчик. Прям воровские такие навыки. Тут топор, нифига себе, простой топорик. Вот это мне нравится, у него походу соточка урона. Кофе. Чтоб совсем тут не уснуть. Так, давайте посмотрим, где этот вообще мост. Мост позора или как там его? Ух, нихуя себе идти. Как-то далековато. Трава, какая тут трава растет по дороге, кстати. Угу. Ладно, раз уж так. Тогда пошли посмотрим, что там за трава. Может быть, если я ее соберу. Как нам сюда поставить метку? Вот так. Может, если я ее соберу, там что-то окажется то, что нам именно нужно. По миссии. По нашему собирательству. Валим, валим, вот так вот валим. Порядок, ребят. Все хорошо. Что это за трава такая вообще? Не знаю, что это такое, но... Вызывает башня Джейд на связи. Скоро стемнеет. Если вам кажется, что до башни вы не успеете добраться, найдите себе убежище. Удачи, парни. Стемнеет, а потом мутанты повылазят. Вот это будет пиздец. Надо срочно искать себе убегу. Прям быстро искать себе убежище. Без убежища мы тут долго не протянем. Там напали на выжившего. Боже, отойди от меня. А где он на него напал? Под мостом, что ли? Где? Ты, сука, отвали! Давай, завалим его вместе. Если бы не ты, меня бы уже тут не было. Давай награду. Хорош. Пошли, надеюсь, мы успеем до ночи найти камеру этого Феллона. Только нам сами как-то надо наверх пробраться. Потому что мост он наверху. Там типа главная дорога к нему туда ведет. Давай, 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 давай. Пробираемся, пробираемся. Так. Это еще ни хера не верх. Верх где-то здесь. Смогу, нет? О, подтягивайся. Давай, молодец. Ёперный балет. Там жаба. Валим. От жабы надо валить. Тут туннель. Как мне попасть на мост, ребята? Транда. Давайте в переулок пока завернем. Тут надо разобраться. Мост вон там. А вот как на него выйти? Это весьма и весьма хороший вопрос. Может, вот так вот? Так вот, типа, поверху. Тут есть вообще где-то поблизости безопасное место, нет? А, ну вот тут есть безопасная зона. В принципе, можно в этой деревне заночевать. Вот, а потом уже, как бы, идти дальше по своим делам. Ой, бляха, сколько у вас тут много уродов. Так, смотрим внимательно, блядь. Не дают нам посмотреть внимательно. А, вот и мост. Все, я на него попал. Я до него дошел. Уйди от меня. Спокойненько. Хорошо, все, ничего не происходит. Все, мы на мосту. Сука, сразу такое, блин, палево. Пошли искать камеру, скорей. Пока не наступила темнота. Тут можно, кстати, будет что-то подорвать. Мне кажется, нет? Сколько же их здесь? Ты посмотри просто на эту жесть. Мы тут не выживем, ребята. Как тут выжить? Конченый мост. Да ну нахер. Ты просто посмотри. Как? Объясните мне кто-нибудь, как? Пацаны. Ой, блядь.
Да не нашел я убежище, не ори. Не нашел, видишь, не нашел. Сюда давай. Отстой, пидорский. А что нам делать теперь? О, блин, он теперь только привлечет внимание. Совершенно ненужное. А может тут в автобусе, слышь? Бляха, что ты сюда пришел? По ебалу. Пусто. Отвали! Давай, давай. Доллары. Сука, что тут? Пусто. Тут что? Пусто. Ну, точнее, баксы были, но камеры нет. А где тогда камера? А тут? Баксы. Собака, блядь, он тут встал и стоит. Охренеть просто. Тихо, пацаны. Ну давай. Изолента. Какого хера? Где камера тогда? Баксы. Говорит, на мосту потерял. Где? Он не может конкретизировать хотя бы, где он ее оставил. Может, в автобусе, не в автобусе, в машине, не в машине. Где? Где, блядь, на мосту? Валите все нахуй. Так, подожди. Выбирайся, подтягивайся. Собака. Мы тут помрем сейчас. И мутанты скоро ж проснутся. Ёп. Все, короче, пацаны, мы походу в такой жопе сейчас. А вон там что-то есть. Надо разобраться, что это. Так, подожди. Давай-ка, наверное, сделаем так. Ракета. Взрыв пакеты. Давайте, пацаны, все туда. Да вижу я, что пизда пришла. Вижу, все. Можете не напоминать. Просто очешуей. Ты понимаешь, что происходит? Сука. Ёбаный фонарик. Еще автобус есть. Туши. Блять, пацаны, короче. Сволочь! Я нашел! Я же нашел, он же ж там было, фургончик-то стоял, бляха. И так просрать. Вот это жесть. Не, игра на самом деле сложная, тут реально на тебя испытывает. Все, мать его, твои, блядь, навыки выживания тебя испытает. Так что, может нам тут заночевать, слышь? Где тут есть кровать, а потом я пойду на утро. Потому что сейчас с мутантами воевать пока не готов. Реально, с ними пока воевать тупо нет смысла, абсолютно никакого. Так, а мост у нас над нами, бляха. Это ж теперь придется опять бежать туда, на эту гору. И там с той горы на него как-то взбираться. Тут мы не вылезем никак. Или вылезем, подожди, куда я залез? Подтягивайся давай. А, нет, он так не подтягивается. Тут просто проволока колючая. А подожди, тут какая-то дорога есть. Может, она типа на мост и ведет? Было бы весьма неплохо. Так, а где мое оружие? Где вот эта была бита моя? Куда она делась? Вот она. То есть я ее не просрал. Хорошо. Это уже обнадеживает. Так, ребята, давайте вы от меня все отвалите, окей? Нет, получается, у меня...
Вот нет никакого желания с вами воевать сейчас. Нет, абсолютно никакого желания, ребята. Давайте просто вы дадите мне спокойно найти эту камеру. И я отсюда уйду. И всем нам будет хорошо. Мы просто разойдемся, как в море корабли. Давай, тихо пока. Переведи дыхание. Оно тебе сейчас пригодится. На самом деле на мосту их очень много. Их само больше здесь, чем на других территориях. Потому что тут типа массово пытались, видимо, сбежать из города, когда эта эпидемия пошла. Массовые пробки, массовые давки. И потом они все превратились. И вот видишь, их тут теперь прям флешмоб целый. Смотри, кто тут еще стоит. Блять. Этого не хватало только мне сейчас. Давай просто валить. Просто по машинам валить. Давай, 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 давай. Давай, чувак, молодец. Не сдавайся. Иди до конца. Ты ж герой. Вон та машина, вон она, видишь? Там чувак взорвался. Сколько их тут, ты просто посмотри. Сколько их на мосту. Это ж, мать его, какая-то жесть. Давай сейчас, короче, так сделаем. Заманим их сюда взрыв пакетом, отвлечем их от машины. Взрыв пакеты, к слову, не мешало бы нам уже приобрести как-то новые. Что открывать тут здесь? Отвалить от меня, бляха! Что теперь делать? Фотография — это неоспоримое доказательство. Да, пожалуй, окей, хорошо. Что, мне теперь за ними нырять? Меня зажали тут, пацаны. Прям сильно, серьезно зажали. Все, короче, гайки нам. Нам реально гайки начинаются, походу. Походу дела нам надо только вот так вот спасаться. Вот это, мать его, жесть. Вон, вижу. Оно? Нет, не оно. Как-то далековато она это занырнула. Давай, 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 давай. Тихо. Хорошо. Тут лучше всего, наверное, будет полечиться нам. А что он тут не лечится? Он, походу, в воде не хочет. Ладно. Надо, блин, маркер вот эту брать, потому что он, сука, меня отвлекает. Убрал. Все, ныряй. Ныряй и просто теперь ищи. Вот тачка. Так, а в багажнике, походу, камера. Вот она, блин. Все, нашел. Поднято. Вываливай. Это просто... Это жесткая миссия, тебе серьезно отвечаю. Вот это я... Я отвык от этой игры просто. Отвык, плюс я еще немножко не прокачан. И к слову о прокачке, у нас там есть какие-то навыки, которые можно потратить. И прокачаться хоть немного, потому что так мы просто будем дрещами с вами. Реально, нас любой самый минимальный зомбак убьет. Так, вот у нас одно очко есть на прокачку уровня выживаемости. Давайте посмотрим, что можно прокачать. Бартер, необходимо уровень выживаемости 4. Научитесь лучше торговаться. Цены в магазинах ниже на 10%. Узнайте, как самостоятельно делать гранаты 4 типов. Обычные, кровопускательные, замораживающие, ядовитые. Вот гранаты делать я бы хотел. Это было бы просто круто. Но пока что лучше всего, чтобы цены были ниже. Потому что так мы сможем купить больше всяких припасов, оружия, которое нам будет полезно в бою, аптечек, чтобы исцеляться за менее денег, так скажем так. Более минимальные цены. Все, хорош. Тут пока порядок. А что дальше? Уровень ловкости. Используйте движение атакующих врагов, чтобы бросать их. Когда враг нападает, нажимайте Alt и выберите направление. О, вот это класс!
Это мне нравится, реально. Это полезно. Забираем. И уровень силы. Поразите метательным оружием до трех врагов за раз. Ну, типа такое. Бросайте во врагов оружие, нанося серьезный урон. Дважды коснитесь ПКМ, чтобы прицелиться, а затем нажмите ЛКМ, чтобы бросить предмет. Это когда уже типа оружие у тебя начинает заканчиваться его типа свойства, оно начинает ломаться, теряет свое качество, как бы его нельзя починить уже. Можно его в принципе выбрасывать. Силовая, так, этот мощный удар наносит огромный урон, но требует больше выносливости, чтобы использовать, удержите и отпустите ЛКМ. Требуется одноручное оружие. Давай пока вот это выбрасывание сделаем. Почему бы и нет? Пока что хорош. Теперь нам остается только вернуться к Феллону. А где Феллон? Аж там. Можно до него, кстати, будет доплыть. Почему бы и нет? Вот это, конечно, Феллон нас погонял. Я тебе так скажу. Вот это он нам, конечно, задал. Работенки. Причем так много умирали мы за эту серию. Я, блин, так-то неохота так больше повторять эту оплошность. Это не особо нравится мне это все дело. Надо просто наловчиться. Надо наловчиться выживанию. Надо наловчиться как-то отвлекающим маневром, чтобы этих зомбарей, когда их орды целые, можно было как-то отвлекать. Вспомнить, так сказать, всю вот эту вот канву, которая тут у нас завязана в этой игре. Что как, почем, что куда, и тогда у нас все будет зашибись. Главное, пока мутантам на глаза не попадаться, потому что у нас нету огнестрелов никаких. Если бы у нас были огнестрелы, я бы их мог бы расстрелять уже. Как паскуд. А так у меня их нет пока. А битами против мутантов тут... Тут, ребята, надо быть самоубийством. Самоубийцей, говорю, самоубийством. Полным психом, чтобы пытаться на них идти с битой. Это же просто бред. Так, что у нас здесь? Ты, да, репортер? У тебя получилось! Даже не знаю, как тебя благодарить. Как тебя зовут? А тебя узнает весь мир. Это не важно, как меня зовут, потому что вам все равно не выбраться. Никто не выйдет из города. Но зачем ты там мне помог? Зачем рисковал жизнью? Я подумал, надо дать вам шанс доказать, что я ошибался. Удачи, Фэллон. Да, спасибо. Тебе тоже удачи. Награду дал мне 2 косаря. Смотри, 9 из 44, походу, побочек я выполнил. То есть тут еще есть счетчики, и потом, когда ты всех выполняешь, тебе будет, походу, достижение такое. Ох, он тут неплохо, смотри, вискарик попивает, вино попивает. Вот это он устроился. Навархавев какой-то, блядь, пьет. Навархавев. Нормальное вино. Так, ладно, Навархавев. А это кто у тебя тут? Тоже Навархавев какой-то спит? Эй, чмо, просыпайся, иди на рыбалку, блядь. То твоему парню нечего жрать. Ждать до вечера. Не, ждать до вечера ты что, я не хочу. Тут где-то показано значок на миникарте, что тут находится доска объявлений. Но я что-то пока ее ни пизды не могу запеленговать. А где она находится-то? Доска, мать его, объявлений. Вот это? А-а-а. И что тут у нас? Особые заказы. Узнай своего врага. Соберите 50 наборов реквизиций. В смысле, нахуй оно надо? Наряд жертва. Ну, возьму. Ухищрение. Отправляйтесь ко входу на подземную парковку в трущобах. Зачем? Не знаю зачем, но там чертеж до звуковых патронов дают. Так что почему бы и нет? Заказы будут доступны после прохождения сюжета. Да? А смотри, заказ. Отправиться ко входу на подземную парковку в трущобах. Незаметно выполняйте задание в зоне карантина 0 из 5. Не привлекайте внимания блуждающих прыгунов, не использовать маскировку. И что оно значит, это все? Хорош храпеть, блин, заебал. Он только отвлекает меня от мыслей. Кстати, ухищрения, вот заказы. Так, на парковку. Незаметно выполните задание в зоне карантина 0 из 5. А, подожди, а знай своего врага, это что? 50 наборов реквизиций.
А, это просто как бы, видимо, набор из таких мини-задач. Только я все равно не понимаю. Тут надо блуждающие прыгуны. Это кто такие блуждающие прыгуны? Это типа вот эти мутанты или кто? Не использовать маскировку. Что это значит, блядь? И где оно на мини-карте подсвечивается? Давай его подсветим, наверное, как-нибудь. Вот карта. Местоположение заказа. То есть нам туда, и походу, когда мы туда доберемся, оно будет активировано. Ладно, давайте посмотрим, что там у нас пока с основной сюжетной линией, потому что мы пока побочки в основном выполняем. Договор с Раисом. Нам позвонили и сказали, что у них пропали люди. Они находятся где-то вот в этом районе. Вот тут. От нас это, в принципе, недалеко. Можно будет найти пропавших здесь. И, кстати говоря, еще нам можно тут насобирать лаванду пойти. Тут растет лаванда, а нам где-то там по заданию надо ее сколько-то собрать. Не помню сколько, но у нас тут куча заданий просто с собирательством каким-то ебаным. Смотри. Благовоние. Тут нам нужно что? Лаванда, вот это вот то задание. За него получаем аж 3500 опыта и косарь бочей. Полночная невеста. Это какая-то трава, видимо, что-то рыба на нее клюет. Растет в парке, искать ее надо ночью. Ядовитые травы. Я тоже знаю, где они растут. Они растут на самом юге карты, возле нашего убежища основного. То есть можно пока что насобирать лаванды. Вот, благовоние. Можно даже сейчас это выполнить, потому что оно тут, в принципе, недалеко. Давай как-то быстренько туда доберемся. А с кем тут можно торговать, кстати? Тут видел значок долларов. Где-то вот тут. Лавка. По пути вот тут. Может, что-то можно будет сбагрить? Или купить? Хотя в таких вот портовых лавках тут, в принципе, особо товаром не разживешься. Таким качественным, чтобы уж прям. Но продать я бы что-то продал. Чертеж Тавро. Что я нашел? Смотри, главное шастать просто. Главное тут исследовать. Все эти места обхаживать, и, возможно, ты найдешь что-нибудь полезное для себя. А лавка у нас вот. Здорово, ты что продаешь? Нихуя себе у тебя дорогое все. Чертеж гиенны, это что такое? Добавляет эффект кровотечения к холодному оружию. Ограничение по времени предложения. А, типа, пройдет время, типа, и потом оно уже будет недействительно. Будет что-то другое, видимо, у него. Какие-то другие чертежи, другие акции. 720 бачей, в принципе, можно отдать чертежик полезный. Можно будет его потом собрать, почему бы и нет. Так, другое. Силовой кабель, марля, клинок. А чё ж у тебя, сука, нету этого? Аптечек никаких. Абсолютно никаких аптечек у тебя нет. Как-то не очень хорошо. Продаем ему тогда ценности всякие. Продать. Кофе продаем. Продать все. Сишки продаем. Улучшение оружия, детали для сборки мне нужны все. Ну, в принципе, как бы и все. Другое. Аптечка, отмычка. Аптечка у меня пока одна есть. Отмычки у меня марли, походу, нет. А, нет, марля есть. Ладно, пока что все. Давайте посмотрим инвентарь, что можно у нас создать. Чертежи. Мне бы аптечек себе понаделывать бы. Алкоголь и марля для этого нужны. Давайте себе две аптечки создадим. Так, одна есть, еще одну давай. Только теперь не хватает алкоголя и марли. А, ну-ка, давай-ка, подожди. У тебя такое есть? Купить. Марля у него есть. Только одна, блин, была. Алкоголя у него нет. Еще трезвенник, что ли? Нихуя себе. А весь такой, как будто пропитая ебало у тебя. Так. Все, я немножко подлатался. Давайте на этом тогда пока серию закончим. Нет, я же не... Фля, я забыл, что я... Что-то такая голова сегодня дырявая просто. Ты замечаешь? Нет, реально говорю. Что-то сегодня не то. Пойдем же лаванду рвать. А тут хоть у нас нет никаких там зомби-рыб, не знаю, акул в этой местности. А то как-то стремновато по такой воде плавать. Эта вода же, наверное, тоже заражена.
Так, лаванда растет на этих берегах. Главное ее как-то вовремя заметить. Так. А ну, блин, давай, обтрусись, а то вода на экране. Ничего не вижу. Из-за этого. Смотрим, в оба смотрим. Тут лаванды пока не вижу. О, нашел. Поднята лаванда. А сколько нам надо ее сорвать? 6 штук. Он еще вижу. Где? Вот. Вон там на тех скалах еще вижу лаванду. Может, еще тут что-то пропускаю, нет? Вот. 3. Надо нарвать запасом, чтобы как бы я отдал эту. Эти 6 штуки, чтобы у меня еще для себя как бы что-то осталось. Потому что, возможно, мне она тоже пригодится в будущем. Слишком высоко прыгать. Так, тут 3, ладно, хорошо. Давай пока пойдем на эту сторону посмотрим. Там что-то даже какой-то навес есть. Ой-ой-ой, пацаны, а я могу тут перепрыгнуть, нет? Хорош, красавчик, зацепился. Молодец. Подтягивайся давай. Так. Вижу лаванду. А чья это территория? Куда я пробрался? Что-то на карте показано. Это что такое? Вот это вот. Что это, блядь? Почему я не могу туда курсор навести? Ладно. Сейчас разберемся. Еще вижу лаванду. Какой-то журнал. Наверное, с голыми сиськами. О, по статуэтку нашел. Винище кто-то, смотри. Кто-то так неплохо так устроился. Хотя наркоман, походу, какой-то жил. Смотри, таблетки, шприц и вино. И смотрел на вот этот видок. Видок, конечно, неплох, но... Видимо, для кого-то этот видок был последнее, что он увидел в жизни. А потом он умер, стал зомби и куда-то убежал. Видимо, на мост. Тут, скорее всего, реально кто-то, типа, обосновался, думал, что убежит от всего этого безумия. Но безумие настигло его в итоге. Где еще лаванда, а? Мне нужна еще хотя бы одна трава. Я уже даже не буду потом для себя рвать, потому что тут ее мало. Мне хотя бы еще 6-ю сорвать и все. И можно отсюда уходить. Может, на вот той горе? Это надо опять подниматься. Далеко залазить. А тут? Вот тут нет? Прямо вот здесь. М-м. Что-то как-то пусто. Ну ладно, хорошо, допустим. Ой, блядь. Это было, конечно, опасно. Запрыгивай. Я так прикалываю, эта музыка. Фух, перепрыгнул таки, смотри. Красавчик. А на эту гору я вряд ли заберусь. Тут, смотри, очень крутой подъем, я туда не проберусь никак. Разве что, может быть, откуда-то отсюда залезу. С этой стороны. А это что такое? Флуоресцентные грибы. Ха-ха! Чё нашел? Да лаванда-то где? Дайте хотя бы, блин, одну лавандину еще, ребята. Одну лавандину, больше не прошу ничего. Тихо. Там какие-то подводные водоросли. Давай попытаемся туда спуститься. Смотри. Тут тоже какие-то растения растут. Что это? Ядовитые лишайники. Оп.
Подводные водоросли. Фига себе, смотри, тут растения просто пруд пруди. У нас такая собирательная получилась серия. Но нам бы еще одну лаванду бы найти, и все. Это больше, я просто большего не хочу. Мне хватит, ребят, реально. А где же ее еще можно-то найти? Смотри, а ну подожди. А, еще можно вот там где-то искать. Тут она тут по всему побережью разбросана. Главное просто ходить. А, как я подымусь теперь наверх? Вот в чем вопрос. Так же, как спустился, наверное, то есть обратной дорогой вот сюда. Или еще как? Давай, забирайся, ёб твою мать. Или может по берегу надо пройти сначала? Давай пройдемся пока вот так. Там какая-то лодка. В лодке что-нибудь есть полезное для нас? Удерживать и искать. 15 бочей. Тут тоже что-то есть. 19. Весло. Весло, конечно, хорошо. Ну ладно, давай пока возьмем. Пускай будет, как бы, может, будет кому-то его сплавить или в кого-нибудь кинуть им. Или даже пару раз огреть. Почему бы и нет? Собака, где, блядь, лаванда? Блядь, как обдираюсь по этим горам, как дебил какой-то, смотри просто. Ты видишь, что происходит? Я просто уже с себя просто ору. Ну давай, ну, блядь, прыгай туда наверх. Ну что такое, что ты такой немощный? Нормально же прыгал. Нормально же общались, ну. Вот давай, вот. И сюда прям подтянись. Сука. А может там нет никакой лаванды, слышь, а я тут прыгаю как идиот. Угу. Хрена лысого. А как же я туда залазил-то уже, блядь, я не помню. О, обошел. Тоже грибы растут. И стоило мне вот там вот прыгать, как долбоебу какому-то, если лаванда росла вот здесь. Можно было просто обойти. Все, короче, ребят, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. С вами был Морган. Устал от этого, честно. Устал от собирательства. Это не мое. Это ботаника вся. Это пошло, оно все в пизду. С вами, да, был я и буду еще в следующей серии. Всем удачи, всем до новых встреч. Всем пока-пока.